17 апреля, хороший день. Погодка плюс 12, солнечно. Птички поют, березки зеленеют. Вот. Выгнали машину первый раз с гаража за 2,5 месяца. Вот. Завтра едем на раму. Вот так моторчик работает. Вот. Вентилятор крутится, но недолго. На электрику менять будем его однозначно, наверное. Вот. Все жидкости вроде бы на своем месте. Машинку помыли, пропылесосили, освежили. Такие вот нового вида чехлы на сиденьях. Салончик шикарно. А размер ничего. Красить, думаю, вот эту верхушку вот в какой-то темный цвет. Вот. Здесь пока все разобрано. Горит там, что должно гореть. Из-за всех отсоединенных кнопок и всего остального. Тем не менее, все работает хорошо. Так что вот так вот. Следующая часть. А, номера уже установили. Следующая часть, что, лифт комплект и все остальное. Так что вот так вот. Всем удачи на дорогах.